Кстати, видите, да? Пару мне стало. Я вообще ничего не могу потянуть. Это говорит о том, что у него они настолько легко перемещаемы, что даже не потребовалось что-то там такое специфическое придумывать. Да? Вот буквально я просто с одной стороны, даже хруста не было, да? Даже не было хруста, я просто даже саму мышцу в эту сторону больше. Ну а он обратно встанет? То есть может обратно тоже? Вот я и говорю, это проблема йогов. У них они настолько расслаблены, да, что очень подвижны. Они туда и сюда. Он сейчас встанет и не обратно. Да он как хочет, а потом обратно ставит. Ну, обратно. Есть люди-змеи, которые вообще суставы себе выворачивают и сквозь себя вот так вот прокручивают руку вокруг себя. Ну вот заметно, я не знаю, на камеру там видно или нет, но сейчас покажу, что мы даже стерли. Мы до не снимали, наверное. Ну, мы издалека снимали. Стерли вот эту точку, да, еще видно посинение, да? И нарисовали новую. Новые места. И по идее как бы выровнялось, да? Потому что здесь раньше было расстояние короче, вот такое.